Всем привет, меня зовут Максим, я преподаватель по всем видам гитар. В свободное от работы и время я увлекаюсь чтением, пением и люблю писать музыку. В месте, где я проживал, гитара была самым распространенным и популярным инструментом, соответственно, выбор пал именно на нее. В профессии мне нравится постоянное развитие, которое предполагает возможность учиться самому и учить других. На самом деле я очень долго шел к тому, чтобы начать преподавать, и на данном этапе не вижу никаких минусов этой профессии. Преподавателем я мечтал стать еще с детства, и какое-то время своей жизни я даже пробовал себя в этой сфере, но в других отраслях. Но меня закрутила музыка, и 5 лет назад я стал преподавателем по гитаре. Termites, My Love Is Like. Не бояться экспериментировать со звуком, импровизировать, ну и, конечно же, больше заниматься.